Всем привет! Алис, зайчик пасхальный принес подарки. Мы сейчас вместе посмотрим, что там, да? Это что? Это вот такая огромная голова. Дай-ка я покажу. Вот такая вот огромная голова, которой можно делать прически. Посмотри-ка скорее, это девочка. Посмотри, какая девочка. Давай откроем. Да, я покажу быстренько, смотри. Ой, она очень большая, не помещается. Мы вот так покажем. Это такая девочка. Она разговаривает. Садись скорее, я тебе ее достану, ты посмотришь, она разговаривает, девочка. Ой. Девочку зовут Эмма. Скажи, Эмма. Эмма. Скажи, привет, Эмма. Привет, Эмма. Я сейчас достану тебе ее. Ой, это шоколад. Держи свою Эмму. Ты видишь, она с тобой разговаривает, рассказывает тебе. Хвостики такие у нее красивые. Да? Да, и у тебя. Ну, у тебя не хвостик, у тебя сейчас заколочка. Вообще-то хвостики. Ну-ка послушай, что она еще говорит. Тебе нравится, Алис? Она тебе все рассказывает, все свои секреты. Посмотри, какая. Ой, держи. Нет, только на одну ручку. Она только на одну ручку, когда нажимаешь, разговаривает. Вот такая ему нравится. Скажи спасибо, зайчик. Сядь, сядь, сядь. Спасибо, я тебе... Сядь, я покажу, что еще есть. Сядь, смотри. Вот, еще зайчик принес вот такую вот штуку. Это из мультика «Домой». И вот этого, это инопланетянин такой. Которого зовут Капитан Смой. Помнишь мультик? Там девочка кучерявенькая, как ты такая была, помнишь? Помнишь? Это из мультика. Это наборчик, чтобы раскрашивать вот таких курочек, зайчиков. Ты здесь видишь, есть маленькие краски. Мы сейчас пойдем делать с тобой осторожно, только они могут разбиться. Видишь, они керамические. Есть маленькие краски. Вот две кисточки. И вот такие фигурки. Их нужно раскрашивать. Вот их, как на коробочке. Вот такие керамические фигурки. Такой цыпленок, курочка. Вот такая беленькая. И зайчик. Подожди, ну краски сейчас не открываем. Мы пойдем сейчас водички нальем и будешь уже раскрашивать. Да? Всем пока. Всем пока. Всем пока.